Здравствуйте, друзья! 20 мая ушел из жизни Петр Кучеренко, супруг Дианы Гурцкой. Он возвращался из командировки, и в самолете ему стало плохо. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся. В данный момент Диана воздерживается от комментариев, и ее можно понять. Но несколько часов назад к поклонникам обратился ее сын Константин. Он оставил отцу прощальный пост в социальных сетях. Цитата. «Хочу вам сообщить не очень хорошую новость. Умер мой папа. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за слова поддержки. Это очень важно. Люблю всех. Цените каждый момент, проведенный с родными. Жизнь – жестокая штука, и никто не знает, что может произойти», – написал сын Дианы. Он также опубликовал один из последних снимков, который он сделал с отцом в прошлом году. Подпись под ним гласит: «Фотка была сделана этим летом. Спасибо, отец, люблю». Отметим, что вскрытие пока не проводилось, но предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Сообщается, что бортпроводники пытались помочь Кучеренко, когда ему стало плохо, а после этого пилот экстренно посадил самолет в минеральных водах, и там приехала скорая, но и они ничем не смогли помочь. Напомним, Кучеренко женился на Гурцкой в 2005-м, когда работал адвокатом. Пышную свадьбу отмечал весь шоу-бизнес. В 2007 году у пары родился сын Константин.